Всем привет, это у нас Монашка 173. В данном видео будем искать самый быстрый способ прохождения через отъезд на фургоне. Давайте даже сделаем на рейтинг, чтобы примерно видеть время. Конечно же, самым быстрым прохождением будет то, в котором мы ее максимально быстро вызовем, вроде как. Но мы с вами проверим разные способы. Вот смотрите, секунды тоже пошли, я ее еще даже не вызвал. Смотрите, карточка может быть здесь, а может быть не здесь. Кстати, все здесь, вау. Мне нужно ее уже вызывать, заметьте. И теперь я лечу за желтым ключом. Он тоже здесь. Вот это респаунчик. Самый лучший респаун из всех. Сразу к монахине туда летим, вниз. Через секретарную. Уже достаем краску. И сразу же пачкаем. Конечно, если мы ее сейчас испугаем, она уедет просто и все. Пока что протестируем, за сколько пройдем. Ты испортил одежду в багажнике. Она будет очень много раз спать. Вот в чем дело. Можно даже ключи применить. Можно спокойненько гулять. Но если мы будем шуметь, как медведь, то нас 100% уедет и нас не запустят. Смотрите, здесь есть место, чтобы пролететь. Бам. И мы не пойми где. Монашка спит. Мы еще садиться в ящик не можем, потому что она одежду не убрала. И посмотрим заодно рейтинг вообще, за сколько люди проходят. Мы также с вами проверим, можно ли одежду испачкать еще за воротами. И что это нам вообще даст. Все, могу залезать. Ну-ка, если маску применим. Ах, ты исчезла, смотри. Получается, будет примерно 3 минуты. Но при том я особо-то и не торопился, хотя это был самый лучший респаун из всех возможных. У нас карточка и ключ находились в одном месте. И при том очень близко к телефону. Так, все, видите, выйдем с вами из 4 минут. Достижение получено, покиньте школу через парковку, плюс привидение. То есть на призраке получили... Ах ты, так 3.18 мне сразу засчитали, смотрите. Нам даже не нужно проезжать ворота школы, это уже и подзабылось. Сейчас резко бежим смотреть рейтинг. Видите свое имя. Давайте чисто Топси. Да. Я ввел Топси, но при этом не разрешают. Ну ладно, 3.18 назад. Назад в меню. Может уже засчитали, я просто не понял. Так, через парковку. Что за 5 проходит? А, это на сложном. 3.50. Смотрите, мне даже не засчитали, что я прошел. У вас еще нет результатов. А как они за 5-то проходят? 3.13 вот есть. У нас 3.18, кстати. Во. Смотрите, Артем и Топси друг. 3.18. В точности за столько же он прошел. То есть из 3 в принципе не выходят. Давайте снова возвращаться в игру. Играть для рейтинга. И на призраке. Сейчас найдем ключ и быстро полетим за пределы школы. Ну-ка, сейчас будет. Yes, он. Ага, конечно. Он здесь, смотрите. Сейчас перемещаемся. Таким же способом. Через секретарную. Но не вызываем монашку, смотрите. Мы пытаемся схитрить. И уже с краской летим за забор. Бам. Тест. Что вообще будет? Смотрите, нам нужно попасть в фургон. Каким-то чудом. Ах ты, не пускают. О, я видел. Смотрите, корзинку-то вижу. Возможно, здесь где-то есть доступ и к ящику. А в принципе, а смотрите, а что будет, если мы с вами... пройдемся куклой. Да, это, конечно, супер сложно. Давайте пробовать. То есть, как только монахиня разгрузит желтое белье, я резко ее напугаю куклой и вылезу. Нам сейчас просто нужно будет найти все составляющие для этого. Вообще, возможно ли такое? Смотрите. Испачкали. То есть, она уже время будет тратить. Сейчас летим за куклой. Вот, смотрите.
Но пока что ее пугать нельзя, само собой. Она не все белье разгрузила. Вообще, что мне засчитают? Что испугал ее я или кукла? Это у нас сегодня тест. О. Смотрите. Она не боится куклу. Это прикол. Возможно, она ее боится на сложности. Или она боится, когда она взрывается. Сейчас убегу и посмотрим, испугается ли она. Нет, Машка просто уезжает. Давайте протестируем то же самое на легком режиме. А теперь мы идем за взрывной куклой. Потому что если я ей попадусь на пути, само собой, нам напишут, что напугали ее вы. А если я буду куклой? Смотрите, я прям над ней стою. Нам нужно сейчас ждать, чтобы она уснула. Она меня уже сверху увидела. Понятно. Уже сматываемся тогда. Да, главная задача проверить, может ли ее испугать кукла, и при этом мне не засчитают, что испугал ее я, и разрешат залезть в ящик. Пошла спать. Села, ура. Теперь берем куклу. Заряжаем и залезаем. Сейчас мы должны дождаться момента, когда она отнесет последнюю желтую одежду, и мы ее должны испугать куклой. Резко побежать, садиться в фургон. И уже вылезаем. Она не боится никого. Она вообще видит что-нибудь? Фантастика, я просто при ней все это делаю. Она куклу теперь не боится. Можно ли сейчас будет залезть в фургон? Залезаем. Нет, монахиня видела тебя, ты не можешь спрятаться. Вау. То есть она поедет прям так. Да, меня реально не запускают к воротам. Смотрите, может сейчас засчитают? Нет. А если мы с вами зайдем? Ах ты, даванули. Ну-ка, еще раз пробуем зайти. А здесь, главное, двери закрыли. Вау. То есть в какой-то момент они прям закрываются. Я, конечно, свалюсь, да? Хитрецы. Смотрите, еще лунные камни здесь. То есть самый быстрый способ — это у нас максимально быстрый вызов монахини. Сейчас, значит, телепортируемся наверх. Если там карточки нет, сделаем вид, что она там была. И телепортируемся к телефону. Посмотрим, за сколько получится. Потом то же самое сделаем с белым шкафчиком настенным. Так. Бам. Допустим, взяли. Резко вниз. Так. За 15 секунд мы здесь. Понятно. За 15. Сейчас полетим к белому настенному ящику. И тоже представим, что карточка в нем лежит. Ну-ка. Ничего себе, по какому кругу побежал. Раз. Два. Нету, допустим, но взял я ее. Три. Ах ты, легко в 12 был. То есть здесь быстрее. Давайте карточку ждать тогда в этом белом ящике. Если кто знает способ наиболее быстрый, что нам нужно ждать карточку именно в белом ящике, обязательно пишите в комментариях. Мне кажется, в школе монахини должно быть больше, чем один телефон. Школа-то огроменная. Бам. Еще раз. И давай сюда. Есть. Быстро. И звоним. В 13 секунд позвонил. Все, теперь ищем ключ. У нас на это очень много времени. Посмотрим, сколько пройдем. Ну, конечно, тебя нет. А давайте даже сейчас маленький кабель применим. Нам уже не важно. Ой. Будем все потихонечку открывать. Видите, главное вызвать ее быстро. Нету, в ванную летим. Ой. Напоролся на дверь. Все подлагивает знатно. Ах ты. Он оказался именно на втором этаже в самом последнем месте. Вот здесь. Но прошла только еще минута. Так, смотрите, через щель попадаем.
Еле попал. К монахине. Вот как ее-то подогнать? И все. В минуту 15 я смог это сделать. Вот как ее подогнать? Если я перережу провода, само собой она никогда не проснется. Она, по идее, неподгоняемая. Мы можем даже маску пока дожигать. Везде летать. Баловаться ей так долго. Еще таскать все. Ну как, мальчик, уже можно попасть как-то? Он все кашляет и кашляет. Видимо, болеет. Так. Уже пошла разгрузка лифта. Сможем ли мы с вами выйти из 3 минут? С учетом того, что я очень быстро нашел карточку. Смотрите, вот. В принципе, ей еще спать. Нет. Смотрите, как близко к выходу из 3. То есть нам нужно еще карточку быстрее принести. Вот же, 3 минуты ровно было. Три ноль семь. Ой. Сами себя закрываем, на всякий случай. 3:13. Что и сделал один из людей. Видели в таблице? 3:13 было. Мы даже его результат, возможно, превзошли. 3:13, 125. Надо запомнить. Нам сейчас опять не разрешат ничего сохранить. Тут 3:13, 311, а у меня 3:13, 125. Винди 31. Но Винди с буквой Y пишется в конце. А кстати, давайте сейчас быстро попробуем пройти и при этом еще подложить факел под машину. Сникнет ли монахиня? Прям мини-экспериментик проведем. Игра для рейтинга. Сейчас также будем ждать респауна, при котором у нас карточка находится в настенном ящике. И когда уже поедем, надеюсь, проедем по факелу. Но меня еще как ни странно не засчитывают. Ух ты, карточка здесь. Да беги ты. Ну! В 12 позвонил, прикол. Ищем проводок. Нету. Спокойненько ставим маленький кабель. Улетаем отсюда. Потому что нам еще нужно будет факел нести. И ключ искать. Он может быть, конечно, в секретарной сейчас. Yes. Он здесь и оказался. Пачкаем краской. Смотрите, вот так перемещаемся. Я успел. Теперь лечу за огнеметом. И за древком факела. Нам еще, кстати... Желательно монашку устранить. Но нечем. Огнемет не приобрел. Сразу же подрыв. Через 90 секунд, смотрите. Нам достаточно. Древко факела будем в руке держать. И смотреть за монахиней. Что она делает? Она уже загружает корзинки. Сейчас разгрузит желтую одежду и пойдет спать. В принципе, этот сон будет у нее последним. Так, ну хорошо. Уже можем перемещаться. А давайте-ка связку ключей тогда применим. Так, будет надежней. Факел взяли. Все, она пошла разгружать. А мы как раз таки поджигать. И злая монахиня не успеет проснуться. Мне бы еще успеть факел кинуть. Так, я просто пешочком пройдусь. Так, здесь лучше лететь. Быстро, 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 быстро. Бам, я успел. На грани просто, вау. Что-то я... 12. Вы обнаглели. Я на секунду лучше позвонил. Они засчитали все равно 3:13. Но все равно это лучше, чем сделал первый результат. Ну, загорелись ли мы? Да, мы горим. Смотрим за монахиней. Она тоже погорела. Смотрите, я горю. Я просто горю в фургоне. Мы проходим в огне. Вау. Огненное прохождение игры. И при том это рекорд мира. То есть у нас был огненный рекорд мира. Прям самый горячий такой. Назад в меню. Но все равно 3:13, 3:11. Мой результат оказался лучше, но его не сохраняют, потому что я... не синхронизировался с Google играми. Видите, у меня ID прочерк. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами выяснили, какой же способ у нас самый наибыстрейший для прохождения через отъезд на фургоне. Также погорели немножечко в конечной сцене. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.